Всем привет, дорогие мои подписчики, также зрители моего канала, а также кто хочет посмотреть это видео. Это видео будет, как вы поняли по названию, про мою комнату. Вот дверь моей комнаты, и сейчас мы в нее зайдем. Такая-то ручка. Мы заходим. Закрываем дверь. И вот, встречайте мою комнату. Какая она у меня. Небольшая и не маленькая. Мне она нравится. Так, все. Итак, первое, то, что мы видим, это вот такая вот дверь. Ну, обычная дверь. Тут такие три штучки. Для декора, как бы. Вот. Потом тут мы видим вешалку, где висят мои вещи. Такие разные вещи. Вот так я немного затемнила. Потом пол. Пол у меня вот такой, обычный. И обои вот такие розовенькие. Сейчас сделаем натуральный цвет. Вот. Натуральный цвет. Тут висел телевизор, но у меня его сейчас в данный момент забрали, так как у мамы с папой сломался телевизор, а они скоро поедут покупать и вернут мне. Я вам в конце видео. Такая лампочка. Я думаю, вам видно. Это кровать. Тут стоит компьютер. И сама кровать. Все, свет обратно включу. Компьютер стоит. И такая кровать. И тут подушки лежат. Тут вот такая подушка с бабочкой. Тоже такая подушка с бабочкой. И такая подушечка с лошадкой. Мой компьютер. И такая вот кроватка. Тут резиночка. Так вот выглядит. Обычная кроватка. Тут такая кроватка, короче, лежит для игрушек и для всякого такого. Тут как бы это для игрушек, для сумок. Видите, там сумки лежат и провода. Вот. Так, следующее, давайте мы приступим к столу. Вот мой стол. Стол у меня большой, занимает почти всю комнату. Итак, первое отделение это вот тут вот. Такое, тут стоят коробочки для смешбука и для личного дневника. Потом пенал, шашки, настольная игра, еще одна настольная игра. Опять пенал, там бусинки, чтобы делать украшения. Потом коробочка, салфетки, которых уже там нету, и линейка. Потом тут идут шкафы. Первый шкаф мы откроем, мы видим тут пенал и разную ерунду. Вот. Открываем. Следующее отделение мы видим тут бумагу и разные там мои дневники старые, потом тетрадки. И дальше там идут альбомы и разные открытки с поздравлениями. Так, следующий. Тут лежат бумаги и все альбомы, которые у меня есть. Вот. Разные альбомы. Открываю вот такие у меня шкафы. Так, давайте внизу посмотрим. Внизу у меня стоит вот такая вот, как сказать там, органайзер типа для игрушек с курицей. Ну, там лежат всякие самодельные вещи и так далее. Так, тут, я думаю, вы не увидите. Не знаю. Тут стоит такая собачка Бакстер. Сейчас я ее вытащу. Вот Бакстер. Снова обратно поставим. Потом тут такой пакетик. И всякие штучки для моей художественной школы. Там в таком пакетике и там большие альбомные листы. Потом тут такая штука, как бы для клавиатуры, но она у меня не открывается, она у меня немного сломалась. Линейка лежит и еще одна такая линейка. Вот. Тут стоит вот такой стул, который катается. Мы его отодвинем. И приступим к самому столу. К самому столу такая резинка лежит. Такая книжка, которую я читаю. Извините, тут лежит флешка, просто доклад делала. Так.
такой какой. Вот, потом стоит вот такая губная помада. Такую коробочку для мусорки потом. Ну, коробочка там ничего нету, только кружка. Потом светильник. Тут больше ничего нету. Переходим сюда. Тут стоят мои две куклы Monster High. Клодин Дракулаура. Такая коробочка для мелких игрушек. Такую большую Лёва. Кружка Monster High. Две игрушки. Косметичка как бы. Ой, не косметичка, а для украшений. Шарик. Игрушки. Там мне один мальчик подарил. Вот. Ну, короче, вот. Там тут всякая ерунда лежит, тут зарядки разные лежат, кошельки и всякое такое. Тут игрушки. Вот такая кошечка сидит. Это такое, как бы для телефона можно. И я храню там линейки, например, ножницы и кисточку одну. Тут расческа стоит в такой кружке. Тут Машенька, это копилка. Тут такие лайки и две девочки. Это видео будет долгим, наверное. Ну вот. На столе я вам все показала и рассказала. Еще у меня тут есть один шкафчик. Сейчас его открою. Мы открываем, и тут лежат разные всякие тетрадки и даже некоторые учебники. Так, потом следующее идет мое большое окошко. Тут такие обычные шторы. Темно-темно-синего цвета. Очень красивый, такая чуль. Тут лежит, ну тут стоит такая вот как бы шкатулочка, и в этой шкатулке лежат мои резинки. Потом стоит такая кукла, она у меня давно, я еще когда маленькая была в нее играла, когда мне там 3 было, не знаю. Такая лейка, потому что тут у меня стоит вот такой цветочек, мой любимый. Я очень долго, и тут между ним стоит сердечко. Такая маска, которую я делала сама. Открытка очень прикольная, видите, с усиками. И такие пальцы, и само окно. Вот так. Теперь мы выходим отсюда. И последнее, что есть в моей комнате, это вот такой вот шкаф. Тут я. Привет. Как сказала, тут висит зеркало. Ну вот. Я вам его показала. Потом тут такой вот зайчик висит. Сердечко. Солнышко. Тут открывается. Мои куртки и там. Такая одежда. Закрывается. Открывается. Моя одежда, всякие платьицы и так далее. И везу всякая ерунда. Закрывается. Открывается. Тут еще одно отделение. Тут свитера, потом белье постельное. Потом разное белье тут. И одежда. И тут. Там много одежды, и тут много одежды, и тут много одежды. Но больше всего одежды у меня тут. Закрываю. Тут, кстати, батарея. Такая вот одежда висит. И последний нижний шкаф, где лежат разные мои документы и разные ботинки. Например, тут нет ботинок. Я вам не могу показать, но тут ботинки, которые я нашел. Закрываем. Итак, я вам обещала показать телевизор, сейчас покажу. Вот мой телевизор, не знаю, видно ли вам. Вот он стоит, такой вот. Маленький. Итак, на этом видео мое закончилось. Я хотела бы вам показать вот этот мой потолок. Вот, и люстру я вам уже показала. Кому понравилось это видео, не забудьте поставить мне палец вверх, подписаться на мой канал внизу. Всех очень сильно люблю. Пока. Удачи.